Так, друзья, всем доброго дня. Сегодня у нас будет тест китайского внедорожника, ну там кроссовера, внедорожника, как хотите его называйте. Будем тестировать Haval F7. Просили, как говорится, получите. Подумаем, смогли ли в этот раз китайцы или не смогли. Давайте начинаем. Как обычно, начинаем с внешности, друзья. И я не хочу здесь сильно размусоливать про внешность, да, скажем только основные, скажем так, параметры этого автомобиля. Честно, кузов просто огонь. Вот кузов мне реально нравится. Здесь китайцы молодцы, они поработали, ну прям видно, прорабатывали этот автомобиль. Передняя часть — это какая-то по дизайну сборная солянка. Здесь у нас и Hyundai, здесь у нас и Mazda CX-5, да, и вот эти классные такие фонари, зауженные, зализанные. Кстати, светодиодная оптика стоит. У нас автомобиль в максимальной комплектации, поэтому у нас светодиодная оптика, поворотный светодиодный вот такой вот фонарь. Все смотрится классно. Конечно, если вы берете комплектацию попроще, то здесь будет у нас обычный галоген в линзе стоять. Ну, это, как говорится, хотите лучшего, платите деньги. Смотрим, как светят у нас светодиодные наши фары. В принципе, никаких больших проблем я не вижу. Давайте вот так вот прокатимся. Вот так вот светит дальничок, ближний свет. Плюс у нас есть поворотные огни. Сейчас заторможу и просто покажу. Вот так вот. Раз, освещается боковушечка. Два, тоже освещается боковушка. Прекрасная вот эта вот из полированного пластика такая большая массивная решетка радиатора. Везде присутствует хром. И вот, наверное, многие могли вот это вот заметить, такое окошко. Могут спросить, что это такое. Это датчик адаптивного круиз-контроля, который удерживает вас там, ну, дистанцию держит. И вообще куча у него полезных разных функций. Вот так вот его вниз сюда гармонично засунули. Причем он сделан у нас из обычного пластика, поэтому, скорее всего, оббиваться, откалываться он не будет. Переходим сразу к боковой части автомобиля, чтобы, не размусоливая, как говорится, да, все это посмотреть. Опять-таки, максимальные версии у нас стоят 19-е диски. В минимальной версии, по-моему, там идут 17-е диски. Резина Cooper Tires Evolution. Честно, не знаю, что это за резина. Здесь у нас идут дисковые тормоза. Сзади также идут дисковые тормоза. Я не хочу размусоливать про боковую часть автомобиля. Она реально классная, да. И вот дизайн, опять-таки, похож и на Mazda чем-то, и на Sportage, и, наверное, на Tucson. Что-то вот это вот прослеживается в этой хромированной, зауженной части автомобиля. Но что мне реально, друзья, нравится, я хочу вот вам показать двери. Когда двери у нас открываются, дверь у нас открывается вместе как бы с порогом. Вот это вот реально большой плюс. Вот, посмотрите, то есть нет у нас вот этой выступающей такой части, и когда вы выходили бы из автомобиля, вы могли бы ее просто чиркать. Здесь же мы закрываем, и вот видите, вот этот вот порог, он как бы встроен у нас в дверь. То есть вот, ну, все, как говорится, прекрасно. По шумке, ну, двери, ну, как бы шумоизолированы, но это прям не сверх какая-то шумоизоляция, но двери тяжеленькие. Двери тяжеленькие, прекрасно закрываются, то есть здесь каких-либо проблем я тоже больших не вижу. Ну что, друзья, заканчиваем задней частью. Задняя часть, опять же таки, смотрите, огонь. То есть вот по дизайну у меня вообще никаких претензий к автомобилю нету. Хром, внизу хром, двойной такой выхлоп, как бы сделано под спортивность такую. Здесь вставки, здесь у нас идет светодиодный фонарь. Здесь светодиодные фонари, они уходят с задней крышки на бока. Ну, все смотрится офигенно. Кто-то говорил, что вот эта часть у нас узковатая, что, ну, как бы недостаточно остекления, чтобы смотреть в зеркало заднего вида. Но лично мне кажется,
так лучше. Вот нравится мне прям. Я не люблю, когда у нас вот это вот большое такое стекло на пол крышки. Ну, зачем это все делать? Здесь по дизайну никаких претензий нету. Вообще, когда смотришь этот автомобиль, он классный. 4 камеры спереди, сзади, по бокам в зеркалах. Парктроники спереди и сзади. Он очень классно оснащен. А вот эти камеры, это просто супер. Когда вот вы едете назад, сдвигаетесь, паркуетесь к бордюру, к каким-то полосам, вот эти 4 камеры, они прям реально спасают. Это очень крутая фишка. Также я смотрел различные зазоры. Китайцы научились это все дело делать. То есть, если здесь такой зазор, значит, он будет и здесь. Нет такого, где на первых китайских автомобилях здесь у нас там, допустим, 2 сантиметра, а здесь там 0,5 миллиметра. Вот такие разные щели были. Здесь сейчас по качеству кузова прям все хорошо, огонь. Идет вот такой вот серый спойлер сзади. Он переходит в рейлинги. То есть, сверху, чтобы вы могли закрепить, ну, какие-то большегрузы, там, не знаю, там, лыжи возить, еще что-то, какие-то, как они называются, вот эти багажники верхние и так далее. То есть, по дизайну никаких проблем нет. Отличный автомобиль, сделан классно, современно, молодежно, и многие путают его даже с какими-то более именитыми брендами. Открываем багажник, смотрим, что у нас внутри. Смотрите, во-первых, дно у нас сделано из жесткого такого, ну, я не знаю, что это, не дерево, это, наверное, какой-то ДВП, ДСП, что-то, блин, такое обитое, но пол мне нравится, то есть это все дело поднимается, вы можете убрать. Внизу, в нише у нас находится колесо на обычной штамповке, ну и дополнительные различные домкраты, это гаечный ключ, здесь аварийный знак, и все это сделано... вот в таком вот черном пенопласте, куда это все крепится, и это все у вас валяться, дребезжать не будет. Выдвигается верхняя часть, можете вот так вот закрепить, но это все такая натягушечка. А это все дело у нас, конечно, убирается. Сейчас попробуем вот так вот все это вытащить, убрать. Ну, то есть вот она вытягивается, убирается. Как складывается сиденье, да, друзья, даже как бы не сразу нашел. То есть я искал какие-то здесь рычажки, с боков рычажки там везде, да. А у меня вот здесь вот ремешок такой, он скрывает шнурочек. Мы тянем за этот шнурочек, и у нас вот так вот складывается сиденье полностью. Одно, ну и, соответственно, второе сиденье. У нас получается огромное такое пространство. Ну вот сними там, покажи, пожалуйста. Вот. То есть здесь можно реально спать. Ну, то есть огромный салон получается, вот такое пространство. Причем сиденье вы можете задавать им различный угол наклона. Вот можно так спинку сделать, можно вытянуть так сделать, так. Ну, то есть хотите лежать, откинуться, сделайте так. Хотите более прямо сидеть, сделайте так. Друзья, посмотрим салон автомобиля. Начинаем, как обычно, мы с передней части. В принципе, здесь все очень даже неплохо. Чувствуется проработка над салоном, причем она такая, работа провела здесь глобальная. Это мягкий пластик здесь, он такой, знаете, как будто прорезиненный, плюс идет такая прострочечка у нас. Это мягкая обивка дверей. Вот если взять двери, верхняя часть мягкая, здесь вообще как будто эко-кожа идет. Вставка для блока стеклоподъемников сделана в таком как бы искусственном дереве. Вот это вот Toyota надо поучиться с Camry, вот с этой вот, где там а-ля, ну, на старую взять Camry, где вот эти вот вставки по дереву были вообще убогие. Руль идет у нас, может быть, в коже, может быть, в эко-коже, но она такая, знаете, грубоватая, я думаю, она очень износостойчивая будет. Если брать натуральную кожу на многих автомобилях, она быстро затирается. Это и корейцы, и японцы там, и даже на немцах она очень быстро затирается. Здесь как-то кожа мне... доверие больше, скажем так, доставляет. Внизу есть вот такая скошенная площадка. Многим не нравится, но это а-ля спорт, хотя здесь спортом не пахнет, он разгоняется не так быстро, про это чуть позже. Но площадка мне вот это вот нравится. То есть я люблю иногда вот так вот ездить, положить руки сюда и вот так как-то катить. Даже иногда одной рукой управляю, и вот эта вот скошенная площадка, она, ну, прикольная, нравится мне. Здесь, вот если смотреть по эргономике водительского места,
проработка здесь реально, с одной стороны, глобально хорошая, с другой стороны, ну, есть какие-то вопросы. Смотрите, здесь воздуховоды, начинаем с воздуховодов, они повернуты на водителя. То есть разделение идет, как бы вот есть водительская зона и есть пассажирская зона. У водителя свои воздуховоды, которые на вас дуют. У вас развернут вот этот вот 9-дюймовый дисплейчик, у вас вот эта консоль, на вас развернутый блок кнопок. И это классно. То есть ты сидишь, вот это все прикольно. У пассажира есть такие же блоки воздуховодов, они развернуты на него. То есть, ну, как бы разделили вот две эти зоны. Но чтобы, допустим, водитель едет, не хочет отвлекаться там, на какую-то мультимедиа, на какие-то там, я не знаю, песни, пляски, он попросил, например, пассажира залезть сюда вот мультимедийку, пассажиру нужно будет немного заглядывать. То есть здесь вот это все дело повернуто вот так вот. Еще что я хочу сказать. Многие функции у нас перенесены с аналоговых кнопок на вот нашу вот эту вот консоль. С одной стороны, это как бы более технологично, да, но с другой стороны, вам нужно, ну, как бы, вот, допустим, тот же самый блок, там, прибавить, убавить печку. Это все работает крутилочкой. Опять же, температура у нас выставляется только на дисплее. Здесь все вот эти вот подачи воздуха вверх, там, вниз, лобовое стекло и так далее. Все на сенсорном дисплее. И с одной стороны это хорошо, но с другой стороны, вот лично я привык к аналоговым кнопкам, но это опять же такая как бы вкусовщина. Также подогрев передних сидений как включается? У нас есть одна кнопка включения на панели, мы ее нажимаем, и дальше вы подогрев уже сенсором выбираете, там водительское сиденье, пассажирское сиденье и так далее. Лично я привык все это делать вот аналоговыми кнопками, они где-то здесь под рукой, ты едешь, и ты уже знаешь, как, где они как включаются, а здесь вам нужно отвлекаться будет и смотреть все-таки на дисплей. Многие мне могут сейчас сказать: Серега, блин, надо включать подогрев или выключать, когда ты стоишь, возможно, это так, и если вы делаете это в стоячем автомобиле, то здесь никаких проблем у вас не возникнет. По самому дисплею, по колодцам, да, они здесь аналоговые, то есть, ну, сейчас идет тенденция, что везде ставят уже просто как планшет, и там просто проецируются вот эти вот дисплеи. Но здесь все аналоговое, здесь идут у нас два дисплея, это спидометр, соответственно, с уровнем бака, и обороты, и температура двигателя. В середине небольшой маршрутный компьютер. Ну, лично мне никаких претензий, никаких эмоций это не вызывает. Все как на других автомобилях. По рулю. Здесь у нас еще находится на нем куча различных кнопок. Кнопок реально много. Это и круизы, и различные настройки, подогрев руля включается на руле. И голосовое управление, ну, там, допустим, когда вы разговариваете по Bluetooth. Что еще хочу сказать. Здесь у нас есть Android Auto и Apple CarPlay. И это очень крутые системы, да, но вот многие, я знаю, вот у меня у многих людей есть эти функции, они ими не пользуются вообще. Ну, то есть это неудобно, телефон там постоянно садится там и так далее и тому подобное. И здесь у нас нет навигации. Вот мне лично хотелось бы, чтобы в автомобиле была какая-то встроенная навигация. Пусть она будет самая дешевая, самая убогая. Но чтобы мне не нужно было подключать телефон вот через Apple CarPlay и Android Auto. Это лично мое мнение. Я знаю, молодые, прогрессивные как бы пользуются этими функциями, потому что там есть интернет, радио там, и так далее и тому подобное. Но у нас в России бывает такое, что и мобильная связь-то не ловит. Вот вы по трассе где-то прете, у вас не ловит даже мобильная связь. Тем более это Android Auto, если вы едете по какому-то навигатору через интернет, там, ну, работать это все дело не будет. Хотя карты вы можете выкачать в свой, допустим, Android или Apple, опять же таки, они будут там заложены, и у вас просто будет работать вот эта вот связь. По водительскому сиденью вот хочу сказать пару таких замечаний, это вот лично мое. Смотрите, руль здесь у нас регулируется вверх-вниз
и он по вылету регулируется. Но вылета мне не хватает. Я люблю сидеть, чтобы руль у меня, ну, как бы ближе еще выходил. Почему? Потому что я иногда езжу, кладу руку на подлокотник, и вот так вот руль беру просто и еду с ним. Здесь у меня приходится, ну, прям вот на самые кончики. То есть здесь руль, ну, как бы хотелось бы, чтобы еще на сантиметров 5 он выходил сюда вот ближе. То есть регулировка по вылету, она такая маленькая, скажем так. Но мне лично не хватает. Это первое. Второе, то, что подушка дивана действительно короткая. Ну, вот если посмотреть вам, ну, здесь вот, вот прямо у меня кулак выходит. У меня 1,80 м рост. Ну, мне подушечки этой как-то не очень хватает. Нога у нас получается на весу. Ну, возможно, в дальних дорогах она будет затекать. Не знаю. Подушки мне не хватает, она действительно короткая. И насчет сидения. Сиденье, вот я сижу, ну как бы все хорошо с сиденьем, но оно немного обхватывает, оно немного мне узковато. То есть я плечами упираюсь вот в эту вот боковую вот поддержечку и как-то, ну, не очень комфортно, хотя больших претензий у меня нету, это, наверное, уже такие придирки. В принципе, сижу нормально. Но, опять же таки, хотелось сиденье чуть-чуть пошире, чтобы оно больше обхватывало здесь вот поясницу. То есть, скажем так, для более таких массивных, скажем, людей. Но больше всего мне непонятно, друзья, да, я искал здесь, где зарядить телефон. То есть, вот как зарядить телефон, где USB-порт, и в бардачке искал, и везде-везде искал. Оказывается, USB-порт у нас находится как бы вот в этой вот нижней полке. И вот здесь это все дело воткнуто, вот так вот, это еще нужно найти. Плюс еще у нас есть вот такой вот коврик, через который есть дырочка, и здесь вытаскивается кабель, чтобы зарядить телефон. Вот это вот... Зачем было сделано? Для чего? Кто это делал? Для... С какими целями? Почему USB-порты нельзя было вытащить вот на эту вот площадку сверху, и все было бы хорошо? То есть воткнули флешку там, воткнули сюда или куда-то вот сюда, вот здесь место навалом вообще. По джойстику, по верхней части, здесь у меня все хорошо. Джойстик похож у нас на BMW, ну прям один в один вот эта вот зона такая. Здесь у нас находятся кнопки... стояночного тормоза, он у нас электрический, и причем, пока вы не пристегнетесь, у нас автомобиль не поедет. Я считаю, что это тоже, вот, блин, прям реально классно, это как бы ваша безопасность, друзья. Что сказать по передней части? В принципе, она сделана классно, но, как видите, есть небольшие замечания. Про заднюю часть, друзья. Задняя часть, я сижу здесь очень комфортно. Диван, конечно, коротковат, и нет у нас выраженной боковой поддержки. Ну, как бы на заднем диване, может быть, это не надо. Есть у нас вот такая вот опускающаяся часть, подлокотничек, два стакана засунули. Но здесь места, смотрите, сколько. Вот, очень много места до переднего сиденья. Причем я сиденье разложил, ну, как бы для себя. То есть я вот 1,80 м, я его назад отодвинул, и сзади я сижу достаточно комфортно. То есть каких-то претензий у меня по задней части нет. Есть у нас два дефлектора, которые воздух подают, есть подогревы сидений, есть у нас USB-порт здесь в самом низу. И что самое прикольное, да, что самое прикольное, у нас нету вот этой вот центральной выступающей части. Хотя автомобиль у нас 4WD полноприводный, но здесь пол у нас абсолютно узкий. То есть сидеть в середине здесь будет комфортно. То есть не вот так ты будешь сидеть, а вот ноги у тебя, пожалуйста... Легко и просто. Но если три сзади человека садится. Собственно, вот, как-то так. Есть подголовнички. Ну, можно удобно устроиться. Опять же таки скажу, можно потянуть шнурочек и устроиться как-то, ну, как вам удобнее. Можете так сидеть, можете, наоборот, раз откинуться и лежать как-то полулежа. Вот это вот классная фича. И задний диван, в принципе, проработан очень хорошо. Пару слов, друзья, о панорамной крыше. Вот есть такая тканевая в начале защита. Она, вот видите, отодвигается. То есть можете открыть и ехать просто с закрытым люком. Но если вам летом хочется этот люк открыть, вот эта часть у нас открывается. То есть просто берем,
тянем, она сначала приподнимается, а потом раз и отъезжает. То есть здесь появляется у нас, как обычно, шторка, как на многих это автомобилях. Ну и как-то вот, видите, открывается. Очень круто. Вот мне лично всегда хотелось панорамную крышу, люк. Ну, не знаю, насколько это будет практично в России зимой, но, друзья, это все круто. Причем, что хочу заметить, панорамную крышу делала компания Webasto. Ну что, друзья, наверное, самое интересное – это подвеска, двигатель и коробка, соответственно. С подвески начинаем. Подвеска впереди идет у нас Макферсон, а сзади идет у нас многорычажка. Подвески, в принципе, каких-то больших проблем у меня нет. Она настроена хорошо, катится хорошо, кочки глотает хорошо. Ну, блин, с подвеской все прекрасно. Посмотрим, покатаемся скоро, посмотрим, как она себя ведет. По двигателю и по коробке. Смотрите, здесь у нас идет два двигателя. 1.5 турбовый 150 лошадиных сил и 2.0 тоже турбовый 190 лошадиных сил. Двигатель собственной разработки, причем турбовый, турбины тоже собственной разработки. Сколько это все дело ходить будет, как это все будет работать, непонятно. Скажем так, что производитель дает гарантию 3 года, либо 150 тысяч километров пробега. Ну, наверное, он как бы уверен в своем качестве, то есть, что мотор будет ходить без каких-то либо больших проблем. Единственное, что 2-литровый двигатель выдает 190 лошадиных сил и разгоняет автомобиль всего за 9 секунд. А вот 1.5 движок, да, турбовый, он разгоняет автомобиль за 11 секунд. Ну, то есть, динамика здесь такая, как бы не для турбовых движков, скажем. То есть не слишком это сильно выстреливает этот автомобиль. Если там брать, например, каких-то конкурентов, да, на что замахивается вот этот производитель, если брать 2-литровые движки на каких-то других автомобилях, то они, конечно, разгоняют автомобиль более резвее. По коробке здесь стоит 7-ступенчатый робот, преселективный, два диска сцепления купаются у нас в масле. Разработал ее Герхард Хеннинг, это именитый инженер, я не буду сейчас говорить, откуда он пришел к Хавалу, и он разработал именно для Хавала вот этот вот робот. Опять-таки, коробка не проверенная временем, но здесь 3 года, 150 тысяч километров пробега, сколько этот робот будет ходить, как он будет ходить. И этот автомобиль затачивают, что он еще может там в грязи копаться, на роботе в грязи копаться, серьезно? Ну, не знаю, все это реально спорное такое решение, нужно будет посмотреть. Нужно будет посмотреть. То есть, если эти роботы от Хавала будут ходить, это очень хорошо. Но все помнят вот эту вот печальную историю с коробками DSG от Volkswagen. А уж Volkswagen свои роботы бабла вваливает очень много. И только сейчас они добились, что эти коробки могут ходить по 100 тысяч пробега. Ну что, друзья, давайте прокатимся, посмотрим, как едет наш Хавал F7. Есть у нас здесь кусочек без автомобилей. И дорога такая бетоночка. Сами слышите. В принципе, идет очень хорошо. Подвеска энергоемкая, глотает кочки, глотает стыки. Но каких-то глобальных проблем я с ней не вижу, именно по комфорту. Давайте попробуем разогнаться от нуля до сотни, сколько это у нас займет. Стартуем. Семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто. Ну, не сказать, что динамика прям какая-то глобальная, все-таки с 2-литровым двигателем автомобиль едет у нас 9 секунд. Но в целом, сейчас попробуем на крены рулем. Ну, нормально идет.
Но шум от арок все равно проходит у нас здесь. От арок проходит, никуда его не деть, как говорится. Друзья, едем мы 90 км в час по дорогам общего пользования. Просто хочу ощутить автомобиль, комфортно на нем передвигаться, вот на дальние расстояния некомфортно. В целом 90 едешь, как будто пешком стоишь. То есть автомобиль не сносит, автомобиль идет четко, как влитой. Вполне вероятно, что у нас просто небольшой пробег, всего около 6000. Но в целом очень положительные эмоции, очень классная рулежка. Отклик на педаль газа, ну, мгновенный, можно сказать, насколько едет этот двигатель. Шум от колес присутствует. Проходит салон, зашумить арки было бы намного лучше. В целом очень комфортно. Большие вот эти вот боковые зеркала, читается все очень хорошо сзади. Вот это зеркало, конечно, у нас немного мелковато. То есть, если смотреть сзади, вот многие писали, кстати, про это. То есть, там прям вот узкая полосочка такая. Так, друзья, хочу попробовать стартануть режим спорт. Вот видите, он включился, режим спорт. Вот так вот все красным загорелось. Попробуем сейчас стартануть со светофора, как это все дело поедет. Смотрим. Ну, коробка переключается более медленно, что ли. То есть вот на третий долго тянет, до 120. Ну, в принципе, да, все очень и очень неплохо. То есть передачи длинные, раскручивается автомобиль очень хорошо. На третьей передаче вообще идет очень долго, наверное, до 110, как-то вот так вот. Ну и отклик на педали улучшился. Кстати, руль налился таким усилием, стал тяжеловатый, более острый. Ну, режим спорт имеет место быть, как говорится. Так, друзья, смотрите, какой высокий у нас спуск. Глина, шел дождь. Пробуем подняться в эту горку сейчас наверх. Опа. Так, сели, пристегнулись. Здесь у нас режим грязь включен. Вот, муд. Пробуем ехать вверх. Сильно не рвем. Смотрите, какая высокая горка. Поднимаемся. Уверенно копает. Вообще офигенно. Четко копает. Просто супер. И сразу поворот. Вот это очень круто. Очень круто. Заехать в такую грязь и глину наверх. Очень круто. Thank you.
Так, друзья, подводим итог и, как обычно, начинаем с цены этого автомобиля. Цена этого автомобиля начинается у нас от 1 447 тысяч рублей, если мне сейчас не изменяет память, но около 1,5 миллионов. Это будет переднеприводный с двигателем 1.5 на тряпочке, без светодиодной оптики, тут будет стоять обычный галоген. Будет обычная крыша, то есть там панорамы не будет, да много чего не будет, как бы это самая дохлая версия. Если брать вот эту версию, это двухлитровый двигатель на полном приводе, со всеми плюшками, со всеми светодиодами, там, системами кругового обзора и так далее, стоит он 1 миллион 817 тысяч рублей. Ну, блин, немало, как говорится. Какие есть плюсы у этого автомобиля? Это дизайн огонь. Салон, в принципе, комфортабельный, большой. У него, конечно, есть там минусы, на которые можно закрыть глаза. Это, например, там короткая подушка там, и так далее, но это вы все видели в обзоре. Также стоит отметить, как он едет у нас по грязи. То, что вот мы в глину сейчас, вот дождь идет, валит дождь, друзья. Мы под этим дождем лазили вверх, он копает, вообще прекрасно копает, хотя у нас стоят обычные гражданские шины, не внедорожные шины. И это все прекрасно работает, друзья, без каких-либо проблем. По минусам: непроверенный двигатель временем, сколько он будет ходить, никто не знает. И непроверенный робот, также собственной разработки двигатель и робот. Ну и, конечно, большая цена. Собственно, что вы думаете насчет этого автомобиля, пишите в комментариях, имеет он право на существование или не имеет. А у меня, друзья, на этом все. Всем пока.